Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, из задания у нас ничего на... О, белый оборотень. Возьмем задание. Так, у нас тут подлечиться надо. Спасибо. Так, белый оборотень, это где у нас? Где-то тут. Перенестись. Так, ладно, погнали. Да ну. Спину, гады. Так, пошли дальше. Что у нас там еще? Живность где-то бегала тут. Ты вообще должен умереть быстро. Привет, малыш. Все, отстрелялись. Так, что у нас здесь? Стражники. Скучное дежурство. Никаких событий. Никого нигде. Даже щенка Хоба и то нету. Ну и ладно, хрен с ним. Пожалуйста, спасите мою жену. О, оборотень напал. Ну давай показывай, куда тут. Ну куда? Сюда, и где тут оборотень? Они меня заставили. Кто же вас заставил-то? Да ладно. Вам помочь, Аку! Да, бомба не слабая, это меча можно сделать. Давай, чувак, иди сюда. Мужики, да этим нет хотел попинать. Это ёкарный бабай. Запинать-то не дают. Интересно, а куда делся? Мне тоже сейчас интересно. Где ты там, зараза мелкая? Иди сюда. Меня шантажировали, понимаете? Чем тебя шантажировали? Морковкой, что ли? Воскрешение, блин. Шантажисты, блин, хреновы.
храм Эйво. Сразимся бок о бок во имя добра. Храм света поможет тебе. Щедрость да вознаграждена. Твоя награда будет невелика. Ошибись. Сразимся бок о бок во имя добра. Так. Что тут за звуки? Он настоящий мужик. Значит, ты и есть человек. Странно. Думал... О, да! Ну чё? Попробуем вытащить. Удачи! Хватайся как следует! Кьюта ведь знал, чего делает. Ничего, в другой раз повезет больше. Тебе нужен свежий воздух и упражнения. А тебе нужно пердюлей дать. Так, ведьмино озеро. Усы. Тут у нас ничего нету. Сундучок. Модификатор огня. Пламя. Вот, тут что-то покопать. С ней порыбачить можно. Давай, давай. Ну, давай, давай, да. Задолбал это Каталова. Поймал. О, зашибись. Полезная вещь. Так. И мана стала, кажется, как здоровье. Сучковая просека. Ладно. Так, что у нас тут? Тут что у нас? Сундук какой-то наверху есть. Изумруд. Бабло лишнее, если что. Вон очередная дверь здесь. Оборотень там кого-то жрет. Если ты ранишь ликвой стрелою... Короче, Склифосовский. Это, по-твоему, сила, цыплята? Поиздеваться решила, типа, стенка.
То есть получается еще 10 дверей где-то. Одна дверь должна быть в гильдии, я помню. Одна просит кого-то убить. Одна множитель. Уже три. Еще там какие-то есть. А. Ну, само собой, за такое простое задание простая награда. Привет, малыш. Хватит здесь жрать, здесь тебе не столовая. Ты охренел, что ли? А ты откуда вылез? Пустите нас! Ну, еще один скачет. Задолбал ты прыгать. Это уже заборы скоро разберут, запчасти. Блин, и сразу сваливать опять, а? Ничего не могу понять. Найдите укрытие. Какое укрытие? Где он тут хочет укрытие найти? Пожалуй, сейчас тебя можно впустить. Только входи скорее, вдруг там еще оборотни. Оборотни! Чтоб им пусто было. Сколько лет я тут вождем, не видал такого. Мы бы, может, и справились. Да вожак у них появился. Белый оборотень. Заходит в деревню и убивает, кого захочет. О, я что-то слышу. Тварь, похоже, напала на склад возле вон того холма. Пойдем поболтаем с тварей. Чё? Это чё за хрень? И сколько так её пинать? Стоять! Шкура! И свалил газом. Слишком уж толстая у этого зверя шкура. Раньше жил в Нотхолл Глейд, великий охотник. Погиб в бою с последним белым оборотнем. Жена его до сих пор живет в одном из тех домов на холме. Если кто и знает, как эту тварь ранить, так это она. Эй! Ух ты! Вот тут сундучок я видел. Так, видишь, на холме... Вон тут на складе вроде тоже что-то светилось. Ой, тут тоже заначка. Тут оборотень ползает, за нас сидит. Опять ты. Да.
Куда ты погнал? Иди сюда. Да тебя что, не убить теперь так? Тебя поджидала? И откуда ей знать, куда мы идем? Он ведь опять приходил, да? Я не желаю ему смерти, но все зашло слишком далеко. Что за чушь ты несешь, женщина? Белый оборотень. Это мой муж. Бывший. Оборотень успел его укусить, и он постепенно превратился в того, на кого столько лет охотился. Какое-то время он еще мог держать себя в руках, но теперь от него прежнего ничего не осталось. Это сигнальный рог. Они снова напали. Мой муж ходил на белого оборотня с серебряным оружием. Возьми. Избавь его от страданий. Чудесно! Где ты? Шкура ты волосатая. Иди сюда, Бобик. Что, сейчас убивать его? 10 раз теперь подумает, прежде чем на нас нападать. Он удирает. Мы его можем ранить. Мы можем его убить. Говорят, он живет. Кто подразумевается под «мы»? Принеси мне его шкуру, и я тебя награжу. То есть мне задание сейчас дают вставлять эту шкурку. Где она там? Ну, пойдем разбираться с этим волком-переростком. Росомаха, блин, херов. А вот и наш Росомаха. Дело было ночью, делать было нечего. Мы пошли мочить нашего оборотня. Да ладно. Да он, по-моему, без модификатора неплохо увалится. О, он еще кого-то призывает. Свою шушеру, блин, мелкую. Уже полздоровья почти унесло. Стоп-кадр. Да сколько же раз ты вылезла? Еще что ли призывать будешь? Давай, давай. Своего же помороть дал. Блин, когда чуть-чуть сдобить, они все сваливают. Задолбали вы уже здесь.
Я тебя так буду долбить, задолбал ты меня уже. Готов. Голова. Надо было шкуру потащить в голову. Все. Так, куда нам тут? Нам туда. Тортик захавали. Угу. Так. Где ты, наш начальника? Ты вернулся, причем живым. Мы слышали страшный вой и боялись худшего, но, как видно, ты одолел зверя. Я думаю, такой герой, как ты, достоин сражаться на арене. Должно быть, когда вернешься в гильдию, тебя будет ждать приглашение. Да, и кстати, насчет гильдии. Оттуда пришло письмо. Это от твоей сестры. Надеюсь, новости хорошие. Приятных впечатлений. Бабло, награда. Теперь ты знаменит. Так. Так, история клинка. Гильдия отстоев. Письмо Терезы. Дорогой брат, я всегда знала, что мы не такие, как все. Сейчас я нашла доказательство этой книги, рассказывается о старинном роде, который берет начало с времен Древнего Королевства и связан с мечом таким могуществом, что дает своему хозяину власть над целым миром. Я уверена, что кровь этого рода течет в маминых жилах, а значит и в наших. Может быть, ты сумеешь лучше об этом разобраться. А, ну да, мы же типа как зайди в потомки уже. Заданиями. И наша мама там какая-то боец-гладиатор, что ли, на арене. Она там была убийца то ли оборотней, то ли кого-то там. И она пострадала в последней схватке. Оборотни там ловушку устроили. И, в общем, она была ранена. И поэтому... Так... Нет, это мы не будем брать. И поэтому там она могла умереть, но наш отец нашел ее и спас. И поэтому получается, что она нас передала нам свою кровь, как бы, которая позволяет этот меч, что ли, найти или что-то такое. Так, где тут у нас была дверь? Попробовать не сходить. Может, она сейчас нас пропустит? У нас уже типа небо над башкой. Ну чё, Сим Симыч, откроешься? Тёмен твой путь, лишь свет озарит. И сколько ж тебе нужно света? Лампочку что ли в глаза засунуть? А, ещё дверь разбойников, там какого-то рыцаря просит в доспехах. Так, ладно. Ты что здесь за зомби такой танцующий? Полы оттирать, что ли? Так, нам нужен... Сучковая просека.
Так, ладно, погнали, вас ждет арена. Будем прославлять нашу задницу. Да ладно, вы что, шутите, что ли? Опять и светлячки, ну и в баню. Ну а стопку я лучше пройду мимо. Меньше геморроя будет. Мне надо больше времени на арене побывать, чем с вами там связываться. Говорю вам, хозяин. Так значит, ты и есть? О, да. Вы зритель или участник? Тогда вам нужно приглашение от гильдии, как и всем. Вы интересно. Уже... Ну, погнали. Сюда, пожалуйста. Ты тысячи славы. Ладно. Добро пожаловать в палату героев. Идите за мной, я вас отведу в тренировочный зал. По-моему, история здешняя зря пропадает. Первые герои арены, наше наследие, а зрителям что? А ничего. Не нужна им история, им нынешних героев подавай. Я так думаю, у каждой эпохи свои герои. Глубокая мысль, можете меня цитировать. Музыка такая приятная. Добро пожаловать на нашу арену. Сперва насчет правил. Во-первых, всю свою силушку могучую рекомендую для самой арены поберечь. А ежели тут кто драку учинить вздумает, огребет у меня по полной. Ясно? Во-вторых, насчет выхода. Выходить с арены дозволено только между схватками. Рот, там уже черти что творится! Ладно, ты, хамелеон, ты здесь давно устрешься, так что первый бой сегодня твой. Вперед и с песней. Нет проблем, это запросто. Значит, как очередь твоя подойдет, я ими объявлю, а ты уже выходи. Да иди через те же ворота, что и наш друг хамелеон. На арене ты сразишься с противниками со всего Альбиона. За каждую группу врагов положены призовые, ну и за следующий раунд награда тоже вырастет. Твоя задача – продержаться как можно дольше и огрести кучу денег. Коли захочешь, можешь вернуться сюда, зелий там прикупить или еще чего. Но тогда и призовые тебе за следующий раунд с нуля посчитают. И что еще хуже, публика решит, что ты трус. Настоящим героям бегать так не пристало. Ну все ж, с отдыхом чувака, или без, сломала, а коли всю программу отработаешь, и Ава душу не отдашь, специальный приз получишь от Джека из тени. Так что иди, покажи, на что ты способен, потешь публику и умри, коль придется. Достойно. Остальные ждут своей очереди. Ладно. Курощуры! О, да! Ух ты! Давай, что там тебе продать есть? Или купить? О, светлый нагрудный доспех. В тему. Сколько он? Десяточку, что ли? Да, десяточка. Еще 2,5, 12, грубо говоря. Штаны еще. Хватит ли денег вообще? Ну ладно, купим латные сапоги. Надеюсь, хватит. Латные поножи. Светлые латные перчатки. И доспех. И денег вообще не осталось. Так, снаряжение, наборы.
светлая броня. Наденем. А из шлемов у нас без головного, разбойничья. Ну, вот это хоть и не из комплекта, но броню дает, так что лучше одеть. Так, из оружия, что у нас тут есть? Палка, нахрен нам нужна вообще? Так, двуручный меч. Так, модификаторы. Серебро, пламя. Пламя минус 3, давайте сразу 2. Значит, дополнительный урон существам, получающим урон от огня. Добавь мне который. Ну и ладно, у меня их 3. Сейчас еще один. Так, модификатор, пламя. Еще один. 2 пламени. Хоть так увеличим оружие. О, с огоньком. Уху! Да! Имя Скорма, а он... Уху! Ну, хоть с огоньком. Урон побольше будет. Ну и мужик. Ну, чё там, долго ждать? Все Курощупом зовут. Че это было? О, здесь оборотни ходит. Чудесно! Да! Ух ты! Уху! Эй, Рот, плохие новости. Хамелеон, он вроде, ну, это, мертв. Что? Уже? Вот дебил. Так, мужики. Походу, хамелеон всего 3 раунда протянул. Позорище. Короче, там 5000 зрителей, и нам срочно нужен доброволец. Новенький ты как? Так, пошел. Скажешь Эллу, у ворот который, он тебя выпустит на арену. Ну что, погнали. Ну хорошо, могу вас... Да, готов, давай. А, спускай. Первый раунд. Говорят, жуткое дело просто. Жуткое. Это ты здорово, Ал. Ну чё, давайте, чё у нас там на арене? Дамы и господа, перед вами зрители, как будто Курощуп! В каких-то спортивных костюмах, толстовках, там, блин, штанах спортивных. Где тут 5000? Два ножа! Как и все наши отважные участники, новичок мечтает о большом призе сегодняшнего дня, представленном самим Джеком из Кенни. Валет мечи, ё-моё. И вот он, первый раунд. Старый любимец арены, Осиный Рой. Чё, и всё, что ли? Ну, будем прокачиваться, еще пусть с них что-то падает. Раз. Старт. Три. Два. Раз. Старт. Три. Два. Че, это не все еще? Раз. Старт. Все, отжужжали. За этот бой они получают 100 монет. Не всего. А приз за следующий раунд 500 монет. Давайте следующий. Пусть он новичок на арене, но он выстоял первый раунд. Посмотрим, как он справится со вторым. Любимцы публики, жестокие, вонючие хоббы. Реально, как будто в толстовках каких-то, в спортивных костюмах зрители стоят. Раз. Старт.
Что они так быстро стали умирать прям? Два удара и трупы. Два. Не зря модификаторы воткнул. Эти вообще с одного ложатся. Привет, маленький. Пока. Реально модификатор рулит. Существенно увеличивает урон. По крайней мере, по хобам точно. Два попадания по такому хобу и все, и нету хоба. Маги вообще он падают. С плюшки. Я вообще молчу про такие атаки усиленные. Вообще он убивает как. С трех ударов большого валит. Вообще жесть. Раз. Да ладно, что, сильно что ли завалил с одного удара? Да ладно. Вообще как-то легко идут. Надо было заранее поставить этот модификаторы. У тебя что там, электромолоток что ли? Тут еще и ловушки есть. И это еще 500 монет! Они заработали 600 монет, а в следующем раунде их ждет еще 1000! Ну, уже цены растут, конечно. Давайте. Что у нас на следующий на закуску? Дамы и господа, пришло время Уиспер, что ли, завалить? Боев. Два героя. Нет, будем вдвоем с этой дурой. Сражаться за свою жизнь. И в последний момент у нас происходит замена участника. Родная сестра легендарного громобоя. Кто же это? Уиспер! Так смогут ли они вместе, вдвоем, победить оборотней? Оборотней? Ну давай посмотрим, сколько оборотней тебе наносит урона. Два! На оборотнях я еще не испытываю. Надо было серебро воткнуть, чтобы одно было. Против как раз таки оборотней, нежити. Да ё-моё, даже быстрее дохнуть стали оборотни. Три! Барошки вообще прям мрут. На ура. Раз. Старт. Да ну. Ты откуда там? Неужели она его добила? Ну? Не прошло и года. Ну, давай. Все. Три, два. Еще будут. Раз. Старт. Ух ты, уже и белый еще здесь. Задолбали. Оборотни с собой бабло таскает. Сколько здоровья показали у больших-то?
Да ладно. Давай, забивай в углы, забивай, забивай. Че это так у меня с кустами? Давай, умри, скотина. Даже белый все равно долго живет. Мелкий, иди сюда. На те разговоры. На полнычке. Да сколько же надо убивать еще, а? Три! Два! Раз! Старт! Сначала он умел же развалить, чтобы не мешал. Да ладно. Да задолбали вы уже меня. Так, собирай, собирай. Давай, давай. Давайте, давайте. Умрите, сраные оборотни. Блин, из-за них оборотни надо было поставить серебро, но не всего одно. Пипец, вот бьешь их, а им пофиг вообще. Я когда забираюсь с оборотнем, а это с мелким уже просто немножко. Да ладно. Хоть ты-то сдохни, ты уже надоел эти бить. Хоть одну большую дуру завалить. Легендарный белый оборотень, один остался. А в итоге на арене в целом сколько там? 5 штук, что ли? Дура ты, Уистер, дура! Неужели? Добил. Награда за раунд 1000 золотых! Ух ты! И награда 1600 монет! И еще 2000 ждут своего часа! Давайте, что у нас следующее? В том раунде, дамы и господа, эти двое славно потрудились! Похлопаем им! А следующий раунд – сенсация этого года! Всякий, кому хватило отваги побывать на великом кладбище, поймет, о чем я! Нежить! Три! Два! Раз!
Старт! Как страшно. Где плюшки? Этого я почти убила. Даже нечто свое было есть, нифига себе. Видал? Чё я видал-то? Ты даже этот скелет одного бедного убить не можешь. Три, два, раз. Давай, давай. Старт! Погнали прям, попробуем. Кого ты все убить-то пытаешься, ё-моё? Три, два, раз, старт! Да ладно. Что-то все видал тут. Нежесть никак не выбить не может, блин. Хорошо, что я броню хоть прикупил. Да сдохни ты уже. Два, три. О, большие. Ну это. Так. Да я уж там раскроили бы нафиг. Да ладно. Вставай, малыш. Ты мой. Чё, всё что ли? Надеюсь, это стоит 2000 монет. Более чем. Бабочки перед глазами какие-то. Они заработали 3600 монет. Но решатся ли они на следующий раунд с наградой в 3000? Конечно. Столько денег на броню отдать. 20 косарями, можно их и купить. Героев, а выжившим есть от чего понервничать. Пятый раунд, и вот они. Освобожденные из камеры смертников, встречайте! Разбойники из шайки Черной Руки! Три! Где? Два, давайте, где они? Раз, два, теперь эти мухи, блин. Надо было сразу поставить унификатор. Это даже с кем-то там с воздухом борется вообще. Интеллект, конечно, могли бы подкрутить. Раз графику подняли. Так, быстрее явно умирают.
Ты дура, смотри, куда шмаляешь. Ты вообще совсем охренела. Опыт забирает, да еще и умеешь малять. Выспер толку, у козла молока. Ты еще живой? Уже нет. Еще живой. Три, два, раз, ты что, все на меня решили, что ли, пойти? Задолбали. Лежи уже, надоел. Мне их хватает, так этот дур еще меня тут стреляет по мне. За нее я тупо либо не попадаю, либо грибаю. И за это они получают еще 3000! Уиспер, лучше бы свалил отсюда нафиг. Одного было проще. Но если и этого мало, в следующем раунде их ждет еще 4000! Давайте. Наши герои легко расправились с боссами, разбойниками, хоббами, оборотнями и даже нежитью. Что же дальше? Какая опасность подстерегает теперь неустрашимых бойцов? Дамы и господа, шестой раунд! Могучие реально трибуны каких-то кофта в спортивных штанах, там, в толстовках. Ты что за мной ходишь? Ух ты! Да, мрет он, конечно, лучше. Блин, что за хрень? Застреваешь, блин? Объекты какие-то. Да ёкарный бабай, а. Сдохни, уже надоело. Тебе, да. Ну иди сюда, шкура ты.
Я буду под щитом тебя бить. Мне вообще постараюсь под щитом еще. Надо было щит качать, ну, щита больше. Чтобы меньше маны тратил. Почти убила. Ты мой мозг почти убила. Уиспер фиговая. И еще 4000! Итого 10600 монет! Можно купить небольшой дом, но хотят ли они еще 8000? Конечно хочу, давайте, 10 косарей на... Положение бойцов очень серьезное. Мы все видим, какое напряжение они испытывают. Но что отделяет наших героев от победы? Что это, огромные волны? Нет, это каменные тролли Станат и Гроин. Три! Да, огонь по воду уходит. Как через него пробил? Ты каким макаром-то, ё-моё? Я все ловлю просто. Уиспер вообще там толку никакого нет от нее. Короче, буду бить по щитам. Один есть. С этой маной, блин, быстрее будет. А то постоянно валяться. Блин, заманить его невозможно, он стоит на месте, зараза. Ох ты, нифига себе. Давай, давай. Да. В итоге тупо бью я. А это вообще. Охренеть. Всех завалил я, Уиспер просто тупо стояла. Получили 18600 монет. И остался последний раунд. Стоит ли жить еще 10000? Конечно стоит. Зря здесь склопался с этой Уиспер. Дамы и господа. А вот и отсутствие перевода. Что значит русификатор? Раханокс, это что за дуры? Что-то какой-то из насекомых. Ух ты, ёшки. Это что за дуры? Ну блин, а? Чего он тут свой жаловат он и стоит? А теперь еще и зарылся, вообще зашибись.
Так, так, ты хоть кого-нибудь убей, блин. Привет. А чё его ударить нельзя? Да ладно. Как так-то? Да, зашибись, он даже по щитом прошибает. Я опять свалил, а? Кому вот? Хоть помогало бы чем, а то вообще никакой помощи. Надо будет после этого зелья запастись. Да-да. Где отсюда мой опыт? Арена сегодня обанкротится! Это еще 10 тысяч монет! Итог, огромная сумма в 28 600 монет! Розочку кинули нам. Больше ничего не кинули. У нас два победителя. Потрясающе. Так что же будет? Два победителя, а приз всего один. Но, как вы знаете, сегодня у нас особый гость. Это тот самый, единственный герой героев Джек из Тени. Я вернулся после долгих лет разлуки. Такой гомон стоит. Джек из Тени снова с вами. Что осталось великого в регионе? Для меня честь вновь стоять в Ливане. И я знаю, как отпраздновать этот день. Устроим еще один раунд. Два оставшихся героя сойдутся в смертельном бою. Победитель получит особый приз. И смерть станет наградой проигравшего. Что это они затеяли? Так же нельзя. Я буду драться как следует, но убивать тебя не стану. Только не тебя. Мы пришли, чтобы устроить шоу, и мы его устроим. Поехали! Ну давай, где ты там? Кенгуру. Задолбала на меня скакать. Ты где, кенгуру? Задолбала ты, дура, прыгать, иди сюда. Так неудобно мне с тобой бегать. Да ну. Уже прям хочется тебя завалить. Умоляет о пощаде. Удар и большой приз его.
Но сделает ли он это? Убьет Уиспер или презреет свою победу? Не надо, малыш. Мы же договорились. Просто уйти. Мы же договорились. Хватит драться. Ну, само собой, я тебя не буду убивать. Мы же пока играем за доброго. Были бы злыми, мы бы тебя бы зарезали. Свалим нафиг с арены. Но, миледи, ему просто повезло. Он всего лишь... А, вот и вы. Герой, о котором все говорят. Я впечатлена. А такое не часто случается. Но я забыла представиться. Я леди Грей, мэр Бауэрстоуна. Я вижу, вы достойный человек. Заходите ко мне в гости в особняк на севере Бауэрстоуна. Миледи... Если бы вы только... Громобой, мне надоели твои вопли. Надоела твоя ревность. Время твоей славы давно прошло. Ты должен с этим смириться. Так вот, герой, я надеюсь, вы примете мое приглашение. Нам нужно многое обсудить. Это еще не все. Молодая кровь льется не хуже любой другой. И скоро прольется. Это типа угрозы. С ума сойти! Давно я такого боя не видел. Я отведу вас обратно в палату героев. Кто-кто, а вы-то достойны стоять с ними рядом. Кстати, кого-то вы мне напоминаете из тех, кто здесь когда-то дрался. Лет уже много прошло, но звали ее вроде Скарлетт Роу. Да, точно. Слыхали про такую? Хотя вряд ли. Вас еще и на свете не было. Вот тут справа, если посмотрите, ее статуя. Первая женщина, чемпионка арены. Это наша мать как раз таки. Она была славным героем. Такая же мягкосердечная. Но всему своя цена. Последняя битва сильно изменила ее. Теперь она живет вдали от людей, сломленная тем, что не смогла спасти своих близких. И все же ты здесь. Я знал, что однажды ее сын придет сюда. Это у тебя в крови. И у твоей сестры. Тебе стоит привести ее сюда. Я так хочу, чтобы вы оба встретились со своей матерью. Только типа на тот свет отправить, что ли? Как она будет рада! Да, только вот на начале игры она умерла. Или его мать. Ее убили разбойники. Роуп, гроза оборотней. Или нет? Одна из величайших героинь Альбиона. А, по-моему, же мать как раз таки. Но самая славная из ее битв стала для нее последней. Разбойники забрали. Попав в засаду оборотней, Скарлетт перебила их всех, но и сама опала израненная среди тел врагов. Там она и умерла бы, но Борн, простой и добрый лесоруб, нашел ее и выходил. Они поженились, и у них родилась девочка, а потом мальчик. Сражения для нее остались в прошлом. Что бы ты ни решил, ты заслужил печать чемпиона. Тебя повсюду будут узнавать как победителя арены. И это откроет тебе вход в Северный Бауэрстоун. Печать не теряй, она бесценна. Так, печать чемпиона, бабла, 29200, 4500 почти репутации, 50-30 с лишним тысячи опыта. Эй, ты! Тебя Тереза ждет в доме семьи Грей! Как чудесно! Это ты! Да, это я. Так, значит... так, сначала сгоняем наш гильдию. Так, гильдия героев.
Посмотрим, что у нас там можно прокачать сейчас. Так, неплохо, 100 с лишним тысяч у нас набралось. Телосложение купить. Так, качнуть не получится. Здоровье не будем. 38, 58, 86. Надо подкопить на силу. Так. Забыл сходить, посмотреть, может, магия что есть. Так, ловкость у нас. Ничего не прокачано. Магия. Где у нас был? Щит. Вот он. Требует 4600. Купить. И 8500 этот уже. Исцеление. Град стрел, магическая сила. Щит 15000. Нет, мы пока прибережем, так сказать, призыв. Замедление времени. Так, кулак воли, ярость. Ну вот, в принципе, можно купить один уровень еще. Ничего страшного. Так, остальное надо ставить на дальше прокачку силы остального. Так, думаю, на этом мы закончим прохождение данной части. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо, всем удачи и пока.